Вот теперь дубль номер два. Засунул в Solix карту с точками от Лоуренса в формате GPX. Он их всех съел и расположил. Все, и теперь у меня как бы 2300 точек. Или, ну, потому что 200 новых нет, а у меня на карте было записано апрельские еще точки. Вот. И все. И я бы сказал, что ничего не поменялось. Скоропостижности срабатывания прибора. Вот раз, два, раз, два. Где там что? Это я через телефон ничего не вижу. Ага. Ну, в общем, все как работало, так и работает. То есть Navionix the best для меня. И я спокоен абсолютно, что даже если возьму Apex, там тоже все будет уже good. Ну вот, осталось только немножко поднастроить, поставить, закрепить как-то 360 мегу, тулить сюда еще, как она будет работать. Ну, в общем, классно, мне нравится. Вот, пожалуйста, да. Точно так же оно фигачит. И на лорике. В общем, все хорошо. Брынь. Вот так вот. Ребята, все работает. Все хорошо.